Люди оказывают друг другу помощь, это взаимопомощь, взаимодействие в делах благочестия, в делах богобоязненности. Видите, здесь Али, Аби Талиб, Мигдат, они что? Помогают друг другу. Более того, они сменяли друг друга. Мигдат и Али. Почему именно Мигдат? Они сменяли друг друга в посещении пророка, алейхиссалату вассалям, как Умар ибн Хаттаб и один человек из ансаров. Они менялись. Один день шел Умар, в это время ансар, он следил за их хозяйством. Да. Потом ансар шел, Умар, наоборот, оставался, его была очередь. Так они менялись, чтобы не пропускать ничего из того, что говорит, чему учит пророк, алейхиссалату вассалям. Да, Али и Мигдат также. И видите, Али попросил Мигдада спросить пророка, алейхиссалату вассалям, об этом. Это все указывает на что? Таун, то есть взаимодействие, взаимопомощь в делах благочестия, богобоязненности. Таун аль-бирри ват-такуа. Помогайте друг другу благочестии и богобоязненности. Так приказывает нам Аллах, субхана ва тааля. Это очень важно для всех мусульман, но для тулябу-л-ильм, для призывающих особо важно. Это заповедовал пророк, алейхиссалату вассалям, когда отправлял Муаза и Абу Муса аш-Шари, приказывал им что? Таавун, приказывал им взаимодействовать, помогать друг другу, не ссориться, не противоречить друг другу, не отвращаться друг от друга. Тулябу-л-ильм, у них должно быть взаимодействие, а не как зачастую бывает, что тулябу-л-ильм, как горные козлы, хорошо, бодаются друг с другом, бьют друг друга, соперничают друг с другом. Это очень скверное качество, недопустимое. Уляма предостерегают от этого. Наш шейх часто повторяет эту фразу. Говорит вот так вот, как что, как горные козлы, хорошо, которые бодают друг друга, сталкиваются друг с другом. Нет, должна быть наоборот что-то, а вот должна быть взаимопомощь во всех делах. И тогда Аллах Субхану Тааля дает барака. Потому что если твое сердце искреннее, если ты ведешь этот призыв ради Аллаха Субхану Тааля, тогда цель какая? Распространение этой религии, распространение слова Аллаха Субхану Тааля, возвышение слова Аллаха Субхану Тааля. Через тебя ли это будет, через кого-то другого будет, тебе не важно. Самое главное, чтобы возвысилось слово Аллаха Субхану Тааля. Не так, что нет, это именно я должен сказать, от меня должно изойти, чтобы слава была мне. Если ради славы, да, но ты же не ради славы это делаешь. Поэтому ты и радуешься успехам других тулябу-л-ильм, радуешься книгам, которые они пишут, радуешься урокам, которые они выпускают, помогаешь, они помогают тебе, советуешь их уроки, они советуют твои уроки. Таким должно быть взаимодействие. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما